Тепличный комплекс «Курский» в Глушковском районе выходит на производственную мощность. В этом году здесь планируют собрать около 5000 тонн томатов «Мерлис» голландской селекции. Они сочные, но не водянистые. Сорт устойчив к болезням и дает хорошую урожайность. Хорошее окрашивание плодов, очень ярко выраженное, очень напоминает томат с грядки, который мы привыкли видеть у себя дома. В ходе селекции этого гибрида, которая занимала порядка 10 лет, минусов у этих растений практически нет. Сергей Стародубцев тоже поучаствовал в сборе урожая и продегустировал продукт. Сегодня имел возможность своими руками собрать вот томаты эти замечательные, волшебные, которые висят так красиво сегодня здесь. И хочу сказать еще, что вот тот запах, который здесь, вот он, его, к сожалению, телекамера передать не сможет. Это просто здорово. Поэтому будем поддерживать такие проекты однозначно. Всего в этом сезоне высадили 250 тысяч семян томатов. По соседству выращивают огурцы сорта «Малахит». В 2023 году их планируют собрать около 300 тонн. Средняя температура в теплицах – 21 градус. Каждое растение кормят через индивидуальную микротрубку с питательным раствором. Мы используем малообъемную гидропонику. Мы выращиваем наши томаты и огурцы в теплицах закрытого грунта, то есть здесь нет контакта с землей. Соответственно, мы меньше подвержены воздействию различных вредителей. Исходя из этого, у нас отпадает необходимость в использовании химических средств защиты растений, и мы однозначно можем говорить о том, что это экологически чистая продукция. Общая площадь тепличного комплекса – 10 гектаров. На сегодняшний день на территории нашего региона работают еще два аналогичных. Екатерина Илюхина, Алексей Еременко. События дня.